И сейчас о погоде. В Красноярске снова потеплело до минус 7 градусов, хотя еще в субботу днем столбик термометра опускался до отметки в минус 34 градуса. Чего ждать от этой недели и, главное, от новогодней ночи? Ведь предварительные прогнозы не очень-то радовали, обещали настоящие сибирские морозы. На связи со студией специалист Красноярского гидрометцентра Иван Гордеев. Иван, а надолго потепление пришло? Добрый вечер. Но морозной погоды пока не просматривается. Наша территория по-прежнему находится в зоне действия активных атмосферных процессов. Причина практически не изменилась. Это обширное поле пониженного атмосферного давления. Центр у него блуждает то по европейскому северу, то по Ямалу. И вот этот циклонический вихрь далеко вглубь континента затягивает теплый воздух с Северной Атлантики. По мере его движения формируются и частные циклоны. И к нам иногда из-за этого проникает прогретый юго-западный воздух. Из-за этого температурный режим в городе довольно повышенный. На этой неделе он будет превышать норму в среднем на 5-10 градусов. Вообще погода на неделе ожидается довольно комфортной. Температура воздуха в течение недели будет повышаться по ночам от минус 13 до минус 7 градусов. В дневные часы от минус 9 до минус 4. Снег, вероятно, в средней неделе, но по количеству он будет небольшой. Ветер будет дуть преимущественно с запада и юго-запада. Завтра еще порывистый. Просто умеренный. В канун Нового года юго-западный ветер обеспечит нам довольно теплую погоду с прояснениями. Температура воздуха около минус 5-7 градусов. Новогодняя ночь также будет довольно теплой. Предварительно ожидается понижение температуры всего до минус 10. И при таком развитии погодных условий велика вероятность, что начало новогодних каникул также пройдет при теплой погоде. Но об этом более подробно через неделю. Дарья.